Калмыкия вступила в национальный проект «Производительность труда», сообщает региональное министерство экономики и торговли. Теперь предприятия республики могут воспользоваться адресной поддержкой для повышения производительности компаний. Эксперты Федерального центра компетенции помогут предприятиям регионов эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции и материалов и логистику в целом. Как отметила временно исполняющая обязанности министра экономики и торговли республики Наталья Ганжигаева, в скором времени минимум 30 сотрудников предприятий пройдут обучающие мероприятия. Кроме того, будет сформирована дополнительная региональная группа, в которую войдут сотрудники профильного министерства, других ведомств и органов местного самоуправления. Все эти меры послужат повышению производительности труда на местных предприятиях, отметила Ганжигаева.